Сегодня я начинаю, наверное, самую большую авантюру своей жизни. Маршрут более 30 дней. 18 стран постараемся объехать. Ну, надеюсь, что это все оправдает доверие. Итак, мы стартуем. Сегодня 30 июня, 5 часов утра. Добрый путь! Остановочка, знаменитый курорт Кургазак. Здесь течет минеральная водичка, можно умыться, можно поплескаться, можно попить. Слава Башкирии! Наша остановка прошла в городе Жигулевск. Такой маленький провинциальный городок из плеяды, так сказать, из Троицы, Самара, Тольятти. И Жигулевск, он самый маленький, находится в тихом месте на берегу реки Волга. Но здесь очень круто, тихо, отлично выспались. И здесь даже растут такие вещи, которые мы пользуемся с детства. Пикульки. Ну что ж, нас ждет путь в город Волгоград. Продолжаем наше путешествие. Остановка – это город-герой Волгоград. Хороший город. Вчера наша сборная выиграла у испанцев. Здесь была просто какая-то чума. Народ веселился. Ну, а я немножко походил по городу, лег спать. Сейчас наш путь лежит дальше в сторону Краснодара. Поехали! Наконец прибыли в столицу славянских, настоящая кубанская родина кубанцев. Славянск на Кубани, настоящая кубанская деревня. Напоили вином, накормили борщом, искупали в бассейне. Гостеприимство людей поражает, которые тебя одеют, обуют, обогреют, подогреют, обберут. Хватит ржать, друзья мои. Зачем здесь собака?
Теперь у нас два гуся и одна уточка. Добрый день. Здравствуйте. А вы заправились? Мотоцикл купил я, по-грузински говорю, или по-русски, по-русски говорю. И водить умел, но останавливаться не умел. И через туннель вот так прошел, и вижу поворот. И какая-то мужчина идет таким задним ходом. И не к обочине он идет, прямо посередине. И пока я думал, с какой стороны обойти, ну, врезался я. Что оставил там, этот мотоцикл вернулся сюда. С тех пор я купил велосипед. Посоветуете посетить в вашей стране? В первую очередь Казбеки, Тбилиси. Во вторую? Везде у нас красиво. Везде красиво. Везде красиво. Навигатор повел нас, сегодня мы вообще собираемся посетить город Телави, родину Мимино, и собираемся доехать в Лозаннскую долину, всю ее преодолеть и в Сигнахе переночевать. Но навигатор сказал, что здесь есть хорошая дорога, и мы уже вот километров 10 этой хорошей дороги капнули, даже подогреваются чуть-чуть у нас двигатели. Таким образом, мы испытаем сегодня наших гусей на прочность. Change my life is from time to time. Maybe you should.
Every time you remind me, наконец, на родине, в Мимино, город Тель-Авив, в самом центре. Это очень круто. Мы мечтали, и мы добрались до этого города. Привет, Мимино. Уронила в речку мячик. Тише, Танечка, не плачь, а ты будешь там, где мяч. Ой-я, ой-я, где нас звали, ой-я, где нас звали, ой-я, ой-я. На Кавказе есть гора, самая высокая. С нее девочка упала, словно ласточка летела. Мы сегодня прибыли в крайнюю точку нашего путешествия, старинный город Сигнахи над Алазанской долиной. Мы будем любоваться им, купаться в горных озерах. Это того стоило. Это было 250 километров, которые мы ехали 12 часов. Расскажем позже, как это было. А вино мы пить будем? Да. Горе, а внизу в подножии лежит Алазанская долина. Очень крутые виды. Кроме того, мы сегодня планируем посетить озеро, которое называется Кварели. Там даже не одно озеро. Искупаться как следует и продолжить наш путь в сторону города Тбилиси. Thank you.
рад вас приветствовать с улочек старого Тбилиси. Гостеприимство людей просто зашкаливает. Заходите в любой ресторан, заходите в любую таверну, заходите в любое место, которое, в принципе, вам приглянется. Вам везде будут рады, везде понравится, везде будет просто категорически весело и вкусно. Итак, друзья, мы забрались на самую высокую точку Тбилиси, куда ходит канатная дорога, и наверху очень красивый, замечательный замок. Для того, чтобы подняться, вам понадобится 2,5 лари на человека, для того, чтобы спуститься, вам понадобится 3,5 лари на человека. И, дорогие друзья, я хотел бы сказать, что ездить в Грузию нужно в июне, в мае, может быть, даже в апреле, потому что такой жары, как в августе, русская душа слабо переносит. Ахши моди варде ми беврия, Мецгени дай си ницгени ян. Маханал, Нехон шеди си хлару лимфас, Чем ми от небис, назок ми лебал. Показывают. У меня туда показывают, сюда показывают. Потому что все перекрыто. Как понять-то, куда вот он поведет? Ребята, мы только что отсюда приехали. Мы же только что отсюда приехали. Мы из Кутаиси приехали сюда. Нам навигатор показал. Мы на Батуми хотим. Нам из Кутаиси сюда показывал навигатор. Поехали, поехали. Ознаменовался тем, что мы пересекли границу Грузии и Турции, проехали город Трабзон и сейчас двигаемся к городу Самсунг, почти Самсунг, но тем не менее город Самсунг, в Турции, где мы сегодня планируем остановиться. Завтра у нас путь до Стамбула, а сегодня мы сделали свою первую остановку для того, чтобы отобедать по-настоящему турецкой едой на берегу Черного моря.
кстати, погода сегодня вполне хорошая, где-то 28-30 градусов, это очень не жарко, очень хорошо и комфортно двигаться. Дороги, кстати, о дорогах в Турции, после Грузии это, конечно, просто песня. Двухполосная дорога в каждую сторону, иногда даже трехполосная, шикарное, шикарное покрытие. Можно ехать абсолютно не напрягаясь. Вот я думаю, что весь путь до Стамбула нас ждет именно такая хорошая дорога, за что спасибо турецким строителям. Мы выехали из Самсуна, прошли практически полдороги до Стамбула. Нам сегодня предстоит 750 километров. И остановились мы в живописном месте для того, чтобы отведать настоящий турецкий чай из самовара турецкого. Сейчас будем пить. Ну и дальше поедем. Стамбульском метро. Там продали карточки какие-то безумные за 5 лир, и с помощью них мы спускаемся вниз. Нас пропустили через турникет и ищем станцию Дюзебергер. Непонятное название. Дюзебергер. Через лифты выход, но через эскалатор, и мы через лифты. Мы вызвали лифт, сейчас ждем. Он должен приехать. Вот приезжает лифт. И именно по нему мы, соответственно, сейчас будем подниматься наверх.
Итак, друзья, мы находимся в самом центре Стамбула, на знаменитом Гранд Базаре. Это огромный крытый город, в котором есть все от чугунных лошадок, заканчивая самыми последними подделками воды Гуччи и все что угодно. Шикарный огромный крытый рынок, очень много разного барахла, ну весьма на любителя. Но впечатляет архитектура и те возможности, которые этот рынок дает. Здесь можно и охладиться у фонтанчика, и покушать кебабов, и что только не делать. В общем, это очень круто, рекомендуем посещению в Стамбуле обязательно. На знаменитой площади Таксим в самом центре Стамбула. Опять же, эта площадь знаменита тем, что здесь проходят всякие шумные тусовки, сборища, большое количество ресторанов, всяческих праздников, концертов. Я думаю, что мы сейчас все с вами увидим, как мы как раз подъехали под вечер сюда, для того чтобы оценить, что же это такое, сердце города Стамбула, площадь Таксим. Поехали. Короче, вот эти все люди фотографируются с каким-то чуваком. Неизвестно, может это Таркан, может еще кто-нибудь. Да, вот он фотография. Ольга прорвалась, тоже сфотографировалась. Кто это? Мы не знаем. Но это какой-то очень крутой чувак, потому что вся Турция здесь. А мы сделали селфи.